привет, это «Можно всёшный» блог, и сегодня мы пойдем в салон дизайнерской женской одежды, чтобы посмотреть, как там все было устроено и как все воплотилось, пока меня не загадили голуби. Стас, привет! Привет. А, скажи, где мы находимся сейчас? Мы находимся в магазине Vimina City. Скажи, твоя жена ходит в этот магазин? Обязательно. Мы с ней каждые выходные сюда заходим, выбираем платье. Че ты врешь? В этом интерьерном решении, что для тебя было, ну не знаю, сложным что ли, или каким-то интересным? Интересна была вот эта стойка, которая стоит рядом с нами. В чем мне такого интересного? Полюбилась своим дизайном металлическая нога, покрашенная в порошковой камере, ясень и стекло, склеенное на ультрафиолетовый клей, чтобы не было видно стыков. Кто делал дизайн? Дизайн делал я. Молодец! Почему вешалки в таком вот, такой странной формы? Что ты хотел этим сказать? Что я хотел сказать данными вешалками? Да. Дубль два. Дубль три. Это дубль четыре, и мы уже серьезно. Если кто-то делает для себя вот такую полочку, так скажем, оформляет магазин и делает, ну, витрины в таком вот авторском стиле, как здесь, какая древесина должна быть? Ну, древесина, вообще, конечно, это нужно использовать ясень, потому что это самый прочный материал и самый ударопрочный. Я думал, дуб. Если мы, это вообще лучше его не затрагивать, потому что это такая ценовая политика для магазина, совсем невыгодная. Там лампочка мигает, да, у нас? Воплощение и то, чего хотели, как-то... Скажу честно, когда привезли нам стол, собрали, честное слово, подумали, гроб. Деревянный, массивный и тяжелый. Но когда это все оформилось, когда Стас все собрал, как бы показали нам конечную уже нашу задумку, да, то есть и как это вписалось в наш интерьер под наш хрустальный гроб, подумали вы? Да нет, классный. Я бы в такой легла. Да, точно. Многие клиенты интересуются, спрашивают, кто-то так, фанерка, да? Мы говорим, нет, не фанерка. Ну, вообще, для вот всех заказчиков, кто там впервые, может быть, собирается заказать какую-то индивидуальную мебель для своего кафе, за сколько надо обращаться? Ну, минимум неделя, это прямо минимум. За неделю можно изготовить мебель? Нет, это согласование проекта. Вот именно, просто мы отрисовываем проект, согласуем его. И перед тем, как его уже переходить к стадии договора, это минимум неделя. Желательно сделать две, потому что нужно не забывать, что ни один человек зачастую его согласовывает. Согласует директор, потом начинает согласовывать жена директора, потом персонал помогает и говорит. И вот эти все нюансы... Уборщица приходит, говорит, мне ж мыть будет неудобно. Да, неудобно. То это примерно растягивается на две недели.